Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Продолжаю свой видеообзор томатов. Уже мы просмотрели видео про Настеньку, Демидова, Алтайский сюрприз, Саньку, Ринет, Яблоки на снегу. Но вот сейчас я хочу вам рассказать о засолочном сорте, который подходит для цельноплодного консервирования. Я хотела говорить про них в конце, про такие сорта. Ну, раз вот эти русские колокола уже поспели, и многие интересуются ими, расскажу о них. В каталоге они будут присутствовать, сейчас пока там нет, я их внесу. Сорт новый. Я немного уже о нем рассказывала, что в нем большое содержание каротина. Идеален для диетического и детского питания, но самое главное его достоинство, это то, что он идеально подходит для цельноплодного консервирования. Вот такая пальчиковая форма томата, она словно сама просится в баночки. Если вот эти вот желто-оранжевые вместе с красными пальчиками положить, будет идеальное ассорти. Этот сорт относится к ранее спелым. Вот он уже в теплице, в первой половине июля уже у меня вызрел. Многие томаты спелые, они прям дружно так спеют целыми кистями. Вот я одну сорвала, чтобы показать вам. Вот такого размера она. 70-90 грамм. Прекрасные, красивые пальчиковые томатики. Высоты он небольшой. На улице он у вас будет 50-70 сантиметров. Но все зависит от условий выращивания. В теплице может быть метр и больше. Так же, как все томаты остальные. Может выращиваться и в теплице, и в открытом грунте. Ясно, что вот здесь в теплице он поспел быстрее, но у меня есть кусты в открытом грунте, я вам потом покажу позже. Там они тоже висят уже бурые. Этот сорт действительно подтверждает свое назначение, он ранний. Его можно использовать и в салатах, и в консервировании. Универсальное применение можно ему найти. Единственное, что он, конечно, не пойдет на кетчупы и на томатный сок, его сложно использовать, но кушать в салатах и консервировать прекрасно он подходит. Все, вот мы познакомились с сортом «Русские колокола». Кому он понравился и кто не найдет у себя в городе там или в селе этих семян, сможете обратиться ко мне и заказать. У меня на странице есть статья «Как сделать заказ». Пишите, обращайтесь. До свидания. Ждите новых видеообзоров сортов.